В Малаховке работает одно из крупнейших предприятий по производству безалкогольных напитков. С самого дня основания производственной компании «Лидер» руководит Евгений Клинецкий. Он отметил свое 60-летие. Поздравления юбиляр принимал от коллег, представителей люберецкого бизнес-сообщества и главы округа Владимира Ружицкого. Ты удостоен высшей награды нашего округа. Значит, это заслуги перед городским округом Люберцы. Но это, по сути, в масштабах России, это герой Люберец. В день юбилея награда нашла своего героя. Так Евгения Клинецкого поздравил глава Люберецкого округа. Именинника Владимир Ружицкий застал на рабочем месте, на главной площадке предприятия «Лидер» в Малаховке. Можно сказать, второй его дом. Была идея, по сути, с чистого листа ты сотворил то, что сотворил. Не всем это удается. У нас на территории Люберецкого городского округа таких парней единицы. К тебе за это огромное спасибо. Мы регулярно, значит, твою воду употребляем. И если я где-то вижу, где-то вот эта гордость, и всем рекламирую, это у нас. Более 25 лет у штурвала большого корабля под амбициозным названием «Лидер». А начинал свой бизнес Евгений Клинецкий с маленького производства газировки и огромной любви к своему делу. Преданность работе и трудолюбие помогли предприятию пережить лихие 90-е. Дальше – больше. Удалось занять свою нишу и удержаться на рынке. Сегодня это 3 крупных завода и 250 видов продуктов, которую можно найти на прилавках по всей России. Мне нравится газировка, на самом деле. И вы до сих пор ее пьете? Я до сих пор ее пью. Мы просто хотим быть лучше, и все. Мы работаем над тем, чтобы стать лучше, и делаем это каждый день. Просто трудимся каждый день. Процесс, который требует настойчивости и упорства. И приложенные усилия оправдаются. Ведь в планах у юбиляра не останавливаться на достигнутом. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ,